Всем привет! Это новости АФК-система. С вами Ольга Макарова. Сегодня в выпуске новости с московской биржи, экономия на миллиард и рекорды киберпонедельника. Обо всем этом и не только. Подробнее прямо сейчас. 3 февраля глобальные депозитарные расписки группы компаний «Эталон» начали торговаться на московской бирже. ГДР-компании включены в котировальный список первого уровня. В свою очередь, акции АФК-система и МТС вошли в базу расчета российских биржевых и ESG-индексов. Ответственность и открытость и вектор устойчивого развития. Система Venture Capital и МТС Startup Hub приняли участие в крупнейшем франко-российском форуме для стартапов – Trianon Startups. Первая встреча форума прошла в 2019 году в Версале. В этом году в столицу приехали около 30 лучших стартапов Франции. Ключевой темой трианонского диалога в 2020 году стал климат и окружающая среда. На Сигежском ЦБК оценили эффект от внедрения системы бережливого производства. На предприятии были внедрены предложенные сотрудниками идеи, которые позволяют минимизировать потери. Оптимизация процессов позволила Сигеже Групп только за 2019 год сэкономить более 1 миллиарда рублей. Миллиардом порадовала и акция «Киберпонедельник», которая стартовала 20 января. По итогам продаж в рамках акции товарооборот детского мира составил 1 миллиард 80 миллионов рублей. Онлайн-продажи ритейлера в январе выросли более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А Озон в период проведения акции «Киберпонедельник 2020» почти вдвое увеличил количество заказов. На этом у меня все. С вами была Ольга Макарова. Еще больше интересных новостей на нашем сайте система.ру и в телеграм-канале «Система News». Отличных выходных и до встречи через неделю.